Всем снова привет! Итак, еще один бой отыграла команда D против ОП. Состав ОП точно такой же, тактика точно такая же, насколько я понимаю. Канибаба зумит, ЧГ, Химера и Фикси идет на лайн. Неведь тусит, как говорится, делает свое дело. Лес разбирается лайнерами. И команда D опять берет кошку. Ну ладно, посмотрим. Появляется вместо Хаки здесь силовой душ. Силовой же ты, да? Да, силовой. И что я сказал? Вместо Химера, конечно же, появляется силовой душ. Вот, а вместо Ведьмака Хака появляется. По лайнам все разбежались. В принципе, стандартное расположение. Вообще не... Все стандарт, все как по учебнику. Со стороны... Теперь у нас одарницы, кстати, это ОП, а докты это АД. Так что не путаемся. Я их буду называть то по названию клана, то по названию стороны. Значит, Канибаба, как обычно, раздамаживает пак для Химеры. А вот здесь кошка такая светится сразу, да? И начинает нагнетать на Химеру. Ух, накидывают они Химе. Уходит она сразу, изучает подкоп и уходит на этом подкопе как можно быстрее. Отдает пак, получается. Ну да, начало игры, конечно же, намного сильнее команды АД. Тут спору нет. Кошка это довольно-таки сильный игрок. Вот стартовый такой. Здесь уже Скайдэнсера на один уровень больше почему-то. Ну да ладно, это нюансы. Как-то Хака очень сильно получает от ЧГ. Не знаю, наверное, ЧГ знает какую-то тактику не получения повреждений. Единственное, что у меня возникает мысль какая. Ну, здесь силовой душ гоняет пока Химеру. Уже довольно-таки сильно гоняет. Пятый уровень против третьего. Посмотрим, чем все это закончится. Возможно, даже каким-то ганком. Так, Тенька выходит тут Руденштерна. Второй уровень. Копит на глаз. Смотрим. Будет ли налом? Да, вот, дварф сливает свой подкоп. Ну и здесь его... станят, ловят, убивают. Ну, по-хорошему, конечно, надо было бы давать первую кровь силовому душу. Но немного не сконтролировали там свое повреждение. Смотрим, что здесь. ЧГ с тенью играют против Хаки. Ну да, конечно, у Хаки оперативный отхил намного лучше, чем у ЧГ получается. Но в тимплейной игре ЧГ это тот еще монстр. Врывается и выключает все повреждения по себе на 8 секунд. Это просто катастрофически классный талант. На 9 секунд. Извиняюсь, на 9 секунд становится невосприимчивым. Это очень круто. Так, видим, опять попытка забрать дварфа. Накидывают ему, блочат, попытка заблочить. И опять Кама забирает, опять кошка забирает Химу. Это уже 2-0. Очень так серьезно. Что делают у нас фейки? Фейки фармятся. Ну, у феек сейчас такая задача основная. Жри побольше лес, поменьше стой на лайне. В принципе, там ничего интересного на миду быть не может, потому что фейка приходит на мид буквально на 5 секунд, запустить фей-воительниц, сожрать как можно больше крипов, которые к ней идут, и идти дальше опять в лес. Ох ты, вот это да! Вот это находка! Репортер чуть не огреб, как говорится. Что, уйдет, наверное, уйдет, конечно. Нечем ее подстанить, ускорение на 20%, которое она получает. Это тоже очень-очень серьезный, конечно, скилл. Опа! Ты смотри, с первого раза не понимает. Она все-таки пытается надоесть репортеру настолько, чтобы тот не смог качаться. Но его дефают, приходит еще и Химера. Так, и что сейчас будет?
Химт надо забирать. Нет. Здесь много их. Здесь много. ЧГ сюда, конечно же, не ТПшница. Забирают они тут пак. Оплот целый свой создали из трех героев. Но тут есть и три героя противника. Пора бежать. В принципе, это и делают. У Теньки уже есть глаз. Стан в Дварфа. Нет, продолжение не получит этот стан. Начинается уже расстановку вардов, видим. Обезопасить подходы. Вот это настоящая саппортная игра, которую ожидаешь всегда увидеть в том же рандоме. Но рандом он на той рандом, вы же понимаете. Не удается Дварфу под копом уничтожить призраков. И приходится ретироваться. Да, здесь тяжело. Хака перекачивает ЧГ уже довольно-таки прилично. Ну, ЧГ тоже не унывает. Ласт-хитит спокойно, делает свое дело. В принципе, в будущем ЧГ будет лучше, чем Хака. Это сейчас он быстро все убивает. Намного сильнее так лечится и все такое подобное. Но не тут-то было. Скоро ЧГ прокинет. У него будет отличнейший контроль. Отличнейший ведь дамага. Отличнейший врыв. И вот как только он все это выучит, мы поймем, что человек гора, это та еще злобная каменюка. Феи все так же. Все так же, все то же. Ага. Находит сейчас теньку, нет, успевает она убежать. Вард, который она поставила, тут же сбивается. Сейчас и второй вард, который до этого был поставлен, сбит. Отлично. Ну, вовремя успел мощь спереть. Все правильно сделал. 2000 перекач, незначительный. Палит здесь. Опа, и получает стан. Неужели это сейчас будет минус глаз? Нет, 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 не решаются под башню лезть. Там химера, которая может порваться, теньку слить. Тем более она взяла сейчас хлыст уже свой. Отлично, может вдамажить. Феи все так же ходит в леса. До бесконечности. Опять посмотрите, совершенно нет свитков у команды. Команды АД. А вот, например, у Пэскай Денсер. У него два свитка птиц, два знака сияния. Вот так пройтись по героям. Ну, наверняка тут. Здесь тоже вот... тот же самый герой. Здесь сияние есть. Спасение, как говорится, от ганка. Себе ничего не наделало. Ну, правильно. Основных дамагеров сейчас защищает. Раздает сияшки. Птицы, это если вдруг они смогут кого-то быстро забрать. Потому что если кто-то будет умерщвлен, то получится преимущество, сами понимаете. ЧГ пришел потоптаться на реке около нижнего лайна. При этом отдаются там какие-то крипы на мид. Ну, у него понятно, у него есть ульта, он хочет ворваться, плюс у него есть скопище напасти. Это же, вы понимаете, это врыв, и бам-бам можно устроить. Вот, например, сейчас что-то будет, наверняка... Ах, Дварф успевает забрать, и все убегает. Не было ЧГ рядом. Видимо, он остается на этом лайне. Что? Да нет, скорее всего, идет обратно. Да, пока разумная химера здесь, ну, достается ей очень сильно. Сильный, так, ну, силовой душелов, конечно, очень сильный соперник. Тем более он... В любом случае будет на перекаче. Успевает фиксовать, выфармливать весь лес. Я удивляюсь, конечно. Смотрите, она только забрала пак, тут же летит в соседний, куда поближе. При этом она летит на ускорении, потому что она у нее есть. Когда она дамажит, она получает ускор. Сливается здесь взрыв. Быстренько забирается пак. И обратно на лайн. С той стороны то же самое происходит. Фея приходит, забирает лайн, улетает в лес. Надеюсь, когда-нибудь это закончится. Это эпоха леса в Prime World. Видим вообще полное такое
Полное обнажение всех планов противника. У Химеры очень сильно проседает. Очень сильно Химера проседает. Но вот то, что она видит сейчас, вот эту Фикси, это очень классно. Подтягивается Скайденсер на контрганг. Опа, его видят. Видит, что он на контрганге. И здесь, видимо, уже ганка не получится. То есть, если бы... Это самый отличный вариант, когда вы знаете, что сейчас на вас будут нападать, и вы подтягиваете более сильную команду под себя. Ну, то есть там вас ганкать вдвоем собираются, вы троих подтягиваете. И вас ганкают, и в этот момент вы этих двоих, которые вас ганкают, троем накрываете. Это самый лучший вообще вариант, как говорит, опрокинуть. Люди, когда не ожидают, что сейчас может врыв какой-то с другой стороны пойти. Обычно на этом, конечно, сильно, очень сильно прогораешь. Но в данном случае контрганг тоже был увиден. А могло все получиться очень, очень печально. Ой-ой-ой, дварфа кидаются корни. И он просто разрывается на части. Ганг все-таки был. Ганг получился. Скайденсер. Да, видимо, кошка умирает. Ну, слишком она ватная и слабая. Десятая кошка против 17-й Фикси. Ну, конечно, ничего. 4-1 счет. В принципе, надо было, мне кажется, реализовывать намного больше как-то потенциал. В принципе, здесь особо не реализуешь тоже. Понятно. Единственный лайн, который можно было ганкать, это Химера. И Химеру ганкали как только могли. 4 килла на ней сделали. Достаточно ли этого будет, чтобы победить? Вот это вопрос. Опять попадается кошка. Давайте посмотрим на другую сторону. А то давно не видели, что там происходит. Душ качается. Душ качается, но здесь, знаете, в чем проблема у душа может быть? Там огромное количество контроля с другой стороны. Офигительное количество контроля с другой стороны. Это корника не бабы, это батут человека горы, это в конце концов его ульта, это отбрасывание тени, это три хлыста от Химеры, подбрасывание от Химеры. Вы понимаете, что, ну, это нереально, он просто не проживет столько времени. Так, находит глиф обновы, берет его Фейка, и ребята решили отправиться во вражеский лес. Посмотрим. Знает ли об этом команда ОП? Нет, ничего не подозревает. Видимо, сейчас будет попытка ганка Фикси. Нет. Она тоже куда-то полетела. На ганк душелова, по ходу дела. И вот такая вот стоит компания из трех человек. И вот как назло некого ганкать. Вот это вообще проблема. Так, а здесь Фикси с тенью заходит во вражеский лес. Опа, и находит душелова. Пора валить. Кажется, пора валить. Интересно, чем там все занимаются? Я не понимаю. Здесь кошка, видимо, подфармила вражеский пак. Ладно, хорошо. Собираются на баюна. В принципе, баюн довольно-таки легко должен быть забран тут. ХК его должен раздамажить своим поджогом наполовину, просто, наверное, одним поджогом убивает. Ну, пролетает Фейк и добавляет, конечно, добавляет. Код забран. А команда ОП просто сидит на лайнах вообще безвылазно, ЧГ вот. Периодически ходит, я так понимаю, чекнуть глиф. Увидел ли он, что кота забрали? Непонятно, да его это, видимо, и не беспокоит. А здесь репортера пытаются забрать. Ох, как же он веслом-то машет. Все-таки забирают репортера, но врыв от Хаки просто сумасшедший. Ульта, и забираются и Дварф, и Скайденсер. Контрганг удался. Ну, в данном случае команда ОП просто не рассчитала, как быстро они смогут забрать душелова. Был врыв, были там ульты, то все 5-10. Но
не хватило мужества. На самом деле, я немножко пропустил этот замесик. Проблема там была в том, что Химера почему-то не слила третий хвост свой. Или даже второй хвост. Видимо, посчитала Химера, что вот сейчас уже должны добить его. В любом случае он умрет. И начала отходить. А это сработало злую шутку. Ну, вы же знаете, как Душелов умеет кидать на себя щиты, лечиться с плеток. Вот. И не хватило повреждений Фикси. Видимо, хотели Фикси накормить. Не хватило повреждений Фикси, чтобы забрать. И, соответственно, вот эти дополнительные 2-3 секунды, которые прожил Душелов, они оказались смертельными для троих из команды ОП. Кошка пытается что-то все устроить здесь. Подфарм какой-то. Сломает подфарм команде противника. Как-то получает себе фарм. Но, к сожалению, очень мало свитков. Конечно, Тенька сейчас сидит, свитки делает. Но такого обилия количества свитков, как у команды противника, в любом случае не получится. Кошка бежит. А здесь ЧГ встречает вовремя. Очень вовремя успевает прожать ульту. Буквально вот миллисекунды какие-то, и это был бы труп. ЧГ очень грамотно так подошел из невидимой зоны, так здесь вот эти пеньки, они на самом деле мешают обзору, а кошка бежала вдоль пеньков, и получается, что ничего она не видела, что здесь творилось, а здесь ЧГ как раз таки стоял за деревом, грубо говоря, его было не видно. Хотя как такое можно не увидеть за деревом, тоже вопрос. Перекач 10 тысяч, ребята. Ну, 9. 9 тысяч перекач. Сможет ли команда ОП опрокинуть его? Посмотрим. Душелов уже 21 уровень. А, там кто-то следовал, кто-то бежал за тобой. Эй, нельзя так. Нужно было кидать корни. Довольно-таки мало жизни, но есть бессмертие. Здесь фикси друг с другом летают, такие веселятся, щекотят друг друга своими фейками. Душ с одного весла просто забирает весь пак. Ну, это сила душ, что вы хотели. Так, а здесь какой-то замес происходит. Давайте посмотрим его в замедленном варианте. Нашли здесь кошку, кошка без ульты. Напоминаю, сейчас ее сольют. Видимо, после этого подброса. Нет, ну, конечно же, щит очень сильно помогает. Посмотрим. Кошка, беги! Как кричат. ЧГ. В него вселяется фикса. Там ломают вард, который был обнаружен. И сейчас ульта от фиксы будет делать просто кошке убийство. Да, кошка сейчас умрет. И ЧГ ультит. ЧГ... Подождите. Это надо заснять крупным планом. ЧГ ультит. Это божественно. Влетают гири в фиксу. Скайденсер все там покидывает. Огромное количество различных талантов. Прокаст идет. Стандартный прокаст нынешней феи. Это, конечно же, куколка изощренный ум и путь карателя. То есть это добавляет ей очень много повреждений. То, смотрите, 520 плюс 280. Ну, это сами считайте, это 800. Учитывая, что на эти повреждения еще накладывается пробив. А пробив у Фикси, вы знаете, очень большой, потому что она качает разум. А после применения фей-воительниц довольно-таки много приходит хитрости от разума. Например, в данный момент у Скайденсера это 51 хитрости. Пробива много, то есть эти таланты могут нанести 1000 повреждений в легкую. И вот такая вот ошибка, можно сказать, да, потому что пятеро были здесь, пятеро команда противников, я имею в виду команда дарницев, были пятером. Быстро и качественно раздамажили троих из команды АД. Ну, видимо, да, вот сейчас довольно-таки сильно
качнулись весы в сторону ОП, но перекач все равно еще на стороне АД. Но здесь, как мы знаем, кошка, которая сейчас уже не играет никакой роли совершенно, то есть четверо, даже трое, это Душ, Хака и Фикси против четверых в команде соперника. Ну, я теньку тоже как бы утрирую, не считаю. Дварф под инвизом зарывается прямо на Фикси, вдамаживает хлыстами, вывозит ее через кокон в группу своих, ну и, видимо, это минус. Сидит Фикса до полного изнеможения. А зачем здесь-то было отдаваться? Ай-яй-яй. Что творит кошка? И ЧГ добивает. И это уже 5000 перекача осталось команды АД. Сейчас будет сломана очередная вышка. Не получилось тимплейна сделать первый замес. Возможно, если бы команда АД сделала тимплейна первый замес, был бы хак. Была бы тень, которая сейчас зумен, да, которая подсветила бы где-нибудь грамотно. Возможно, можно было бы сделать наоборот, в другую сторону. Хотя бы, может быть, больше повреждений нанести команде противника, получить от этого больше, как говорится, прайма, и не было бы такого перекача. И следующий какой-нибудь замес уже опять на свою сторону пустить. Но нет, очень важные 10 тысяч перекачей были отданы, сейчас это 6 тысяч все равно остается. Ох, опять нашли кошку, что же ты здесь делаешь постоянно? Пытается кошку убежать, что убежит? Ну накидали, конечно, там фейерверков на нее, ну да, будет жить, как говорится. Ну, ЧГ чувствует уже себя вольготно, у него есть бессмертие, у него есть 3000 жизни, у него хорошая регенерация здоровья, он может так поторчать, постоять, есть ульта. Ну, он этого ждет, он сейчас ждет, видимо, какого-то замеса, врыва. Вот они здесь и тусят, команда ОП. Ждут какой-то ошибки от адарнийской команды, от команды АД. Это, конечно, обе адарнийские команды, я поэтому избиваюсь постоянно. И вот сейчас начинается. Опять врывается кошка, и в данный момент, конечно, ей уже ничего не поможет. Ульты нет. Кошка уже очень мгновенно была слита. Скайденсер получает фраг. Что? Все? И расходятся. Нет, не расходятся. Теперь как сейчас будет врываться? Пошли ребята на Химеру. Но не тут-то было, как мне кажется. Подождите, почему на Химеру они пошли? Немного инструмент, конечно, просмотра боев тупит. Да, сейчас, видимо, в спину будут заходить. Давайте посмотрим. Дварф заманивает их под башню. А, ну, башни здесь, конечно, нету, но он заманивает их. И сейчас в спину, да, как я и сказал, будет заход. Вот сейчас будет замес. ЧГ на инвизе идет. Видимо, сейчас будет ульта. Да, ульта. Две банки кидает он очень точно по 580 повреждений. Плюс еще достается теньки в инвизе, которая шла. Случайно задел. Батут. Отлично. Также тут же кидается, смотрите, свиток свой. В ответку очень долго кидался вражеский свиток. Продолжается зона своих свитков. Закидывается. Quietly огромное количество повреждений получает. Слит. Репортер, вот смотри, даже не дали ульту прокастить. Такое ощущение, тут вообще ничего не смог сделать. Растворился, просто растворился. Дварф его развоплотил. Хоть этого дварфа и гнобили, долбили, но все равно он вкачаться-то сумел. И повреждения с хлыста наносит очень-очень даже категоричные. 625. Плюс это все сопровождается станом. Забирают Хача. Хотя вроде он катится куда-то. Давай, Хач, беги! Немножко ускорим этот процесс. Долбит в него, выкидывается. Шамана такая бежит, смотрите там. Кинули в него куколку, замедлили. Да, и видимо не уйдет. Сейчас бессмертие это ему сольют. Ну и после бессмертия он, конечно же, никуда не денется. Батут от ЧГ.
огромное количество контроля, не уйдешь. Ну и после этого замеса, я уверен, да, команда ОП сравнивается с командой АД по качу, но, как вы знаете, как вы, наверное, представляете из прошлого боя, такой сетап можно, наверное, прокинуть только в превосходстве в 15-20 тысяч по перекачу. Потому что сейчас уже вряд ли это можно будет что-то с этим сделать. Два героя, которые просто могут уйти от повреждений. Собственно, три даже, потому что фея точно так же может вселиться и уйти от повреждений. Вот огромное количество контроля, огромное количество различных барьеров, дебафов. Ох ты, как вылетает Химера, раздает просто два хлыста и сваливает тут же. Никто не ждал, а вот она так. Тинсел здесь появляется, сбивает вражеский вард, ставит свой. И команда ОП разбегается в разные стороны. Кто пофармить? Кто на лайн? Кто поагрить кого-нибудь, наверное. Ну, фея, конечно же, пошла забирать паки лесные. Перекач ей необходим просто, чтобы нагибать. Но, в принципе, у феи сейчас у скайденсера уже отличный перекач. У него очень много и сладко выкачено. Братец мастерства, новый талант, который давали за квест, за прохождение в лигу, в боевую, как там она называется, я забыл, в общем, в турнир. Ой, как грамотно, ох, даже не смогли заблочить, хотя успел он подкатиться и вовремя спереть этот гриф мощи. Конечно, если бы этот гриф мощи достал скайденсеру, тут просто беда началась бы. И под этой мощью он начинает агриться. Закатывается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем? Один закатился в пятерых. Как же так? Впитывает, конечно, огромное количество повреждений сейчас. Смотрите, очень-очень хорошо стоит. Очень хорошо впитывает. Дварфу достается хороший такой удар кувалдой по спине. ЧГ ультит. Тут стоит барьер, но как-то он мимо стоит, такое ощущение, немного не туда. Фея взлетает, о чем я говорил, она может просто избежать получения повреждений. Репортер, смотрите, в корнях во всем стоит, застаненный опять, он просто тупо ничего не мог сделать. Его даже не подпустили к тем, из кого можно высосать здоровье. Но здесь, в принципе, это ЧГ и Канибаба, и фея, которая в ком-то сидит, в ЧГ, конечно же. А Тенька где-то там на удалении. И вот действительно, единственное, кого сейчас остается бить, это вот Теньку. Которая все-таки ушла. Нет, не ушла. Ну, минус 2 с каждой стороны. Но здесь, конечно, ЧГ. ЧГ. ЧГ так просто не убьешь. Есть единственное, кого сейчас можно довольно-таки просто и легко убить, это Канибаба. Фикси тоже вряд ли убить можно сейчас. Так, проходит каст. Минус 60 силы видим. Отлично. Слепота, о чем я и говорил, свитки применяются командой. Ну и, видимо, сейчас его сольют. Отхила у него нету. Каток. Он делает каток. Начинает доставаться здесь уже Фикси. Контролит ее ЧГ своим топотом. Просто минус 24% передвижения. Это очень сильный контроль, учитывая, что остальные все довольно-таки быстро ходят. И они могут спокойно, пока ЧГ идет рядом с Фикси, накидывать. У команды противника нету такого контроля. Ничего не могут они сделать со вражеской Фикси в этом вопросе. Как прожимает отхил. Уйдет, не уйдет. Да, все-таки уходит. Все-таки уходит. Но ничего хорошего. Ничего хорошего в этом нету. Возвращается уже Химера. Перекач пошел в сторону ОП.
Башни несут они с постоянством, регулярно сносят по башне, как говорится, 5 минут. И да, очень все печально выглядит. Мне кажется, ошибка была то, что Хака влетел один в пятерых, а вокруг никого не было. Если бы он влетел в пятерых буквально на 2 секунды позже, мне кажется, намного лучше все получилось бы. Мне кажется, по крайней мере, так. Хотя тоже, он влетел, он впитал в себя огромное количество активок, все получил очень большое количество повреждений, отыграл роль танка по полной программе. Но здесь, конечно, Душилов, ну, что поделать, нет у него возможности, просто нет возможности подойти. Возможно, здесь отличный бы вариант был бы, если бы у кого-то была бы непоколебимость. И он бы мог бы с Душилова после корней тут же снимать эту гадость. Но здесь ни у кого это непоколебимости, я уверен, нет. У Чига, кстати, есть непоколебимость. Он его выучил. Во вражеском лесу уже гуляет команда ОП, спокойно. Забирает золотой пак. Все очень мирно. Команда ожидает ОП перезарядки всех ультимейтов, прочих. Даже лошадка пошла сделать пару-тройку свитков, чтобы получше это все было. Замес устроен, как грамотно-то чистить зуму. Далеко мне до такого. Ну и что? Попытка забрать драка от команды АД. При этом защищают подходы. Палят ЧГ. Видимо, сейчас будет замес. Немножко подзамедляем. На Хаку вешается щит и отходит АД. АД отходит. Не хотят они сейчас замес устраивать. Смотрим, что будет дальше. Команда ОП теперь берется за драка. Там есть вард. Они понимают, что все это видели. Плюс туда прилетает хорошая такая пачка фейк, которые дощекотали просто очень серьезно дварфа. Сразу убегает. И ловит здесь ЧГ. Но мне кажется, это нереально. Поймать ЧГ с таким количеством здоровья, без какой-нибудь там амазонки, Мойры в разум. Мне кажется, это Unreal просто вообще продамажить такое количество мяса. Поставили вард. Команда до рядом. Ну давайте, маневры, заканчивайтесь. Ага, ЧГ выпалил здесь глиф обновления. И все, Skydancer сейчас берет обнову, и это будет, ух, это будет очень серьезно. Влетают хорошее количество повреждений. Что это было? Ага, Хака использовал блинк. Вот это да, сет на блинк Хак выучил. И опять, смотрите, Душилов. Раз и корни. И он стоит. Он стоит и огребает повреждения. Врывается тут же Химера, сливает его всего. При этом додамаживается Хак. В Душилове сидела Фикси, но что теперь сделать-то? Ничего. Skydancer, конечно же, на обновлении просто вырезает, выкидывает огромное количество повреждений. У него не успевает фейки, как говорится, исчезнуть. Уже новая порция летит. То есть это гигантское количество регенерации, гигантское количество повреждений. Через ульту он тоже там просидел, все сделал. Дварф сливается, как обычно. Но он сливается от того, что у него просто тупо очень мало здоровья. У него, смотрите, 2600 здоровья. И фея, когда она вселившаяся в кого-то, ну просто убивает его. Тут
это как разменная монета сейчас уже. Но при этом сам дварф, он успевает. Он успевает внести огромное количество повреждений. То есть он выскакивает, видите, у него хлыстов нету. Все на перезарядке. Он выскакивает, успевает сделать огромный дамаг в душеловов того же, который вообще контрится на ура команды ОП. И все. Забирается драк. Ну, здесь, я думаю, уже... Да, здесь и перекач уже 12 тысяч в сторону ОП. Здесь осталось только донести, как говорится. Скайденсер там уже 33 уровень. Все уже выучил. Он даже и не берет смотреть неумолимое присутствие. Зачем, правда? Все равно его уже не убьют. Да и... пыльки нету, которую используют на это дело. Но остается попытка только под двумя таверами, я не знаю, поджать как-то врага. Но там, конечно... Ну, сейчас все увидим, ладно. ЧГ идет нести недогрызанную башню, все правильно делает, увеличивает перекач тем самым. Башню вообще не дамажит. Ой, сейчас что-то будет. Ой, сейчас что-то будет. ЧГ поднимается на хайграунд, и тут видит... куча ребят! И что? Ульта! Куда, в башню, что ли? Нет, это не ульта, это просто удар был. У ЧГ просто нет ульты. Шутка юмора. Что, нагнетает. Это понятно, он пытается выманить кого-то на более ближнюю дистанцию, чтобы не издалека это все происходило. Фикси тоже сейчас сливать ее фею нерезонно ЧГ, да? Дамажить никто ее не может, ЧГ. И вот, наконец-то въезжает Канибаба, сейчас что-то будет. Почему-то все стоят, ждут, пока она заедет. Очень интересно, почему. Сейчас будут корни, я так понимаю, нет? Почему она уезжает? Непонятно. Хорошо, чуть ускорим. А башня-то ломается. Смотрите, ЧГ соло ломает башню. Вообще никто не помогает. Так, и вынуждают, а не Хаку выскочит. Нет. Да, ну да что ж такое. Вот Хака. Хака врывается. Они понимают, что стоять тупо ждать, пока это произойдет, нет смысла. Довольно-таки удачная ульта. Жалко, что не попал по ЧГ, и попытка ворваться. Фикси тут же садится. Тут же садится в ЧГ. ЧГ тут же батутит. Фея, ой, это взлетает. Кладет огромное количество дебафов. Кладет корни, срезает. Мы еще успеем увидеть. Вот теньку, например. Вы посмотрите. Где? Что, нет уже этого дебафа от корней? К сожалению, уже нет. Здесь уже все мертвые. А на Хаку дебаф от корней. А, вот, вот, попал дебаф от корней. Минус 42 воли и стойкости сразу от корней. Плюс вот это вот пентаграмма, минус 60 дамаги, грубо говоря, уменьшает дамаг. Ну и все, фейка влетает, и по таким количествам дебаф, так, по такому отсутствующему количеству защиты, она, конечно, вносит огромное количество повреждений, тем более все это делает из ЧГ. Мне вот даже интересно, плюс 121 регенерация здоровья и плюс 138 хитрости. Вы представляете, какой дамаг сейчас наносит ЧГ? Умопомрачительный. Давайте посмотрим по талантам, например, его. Например, батут. 466 урона. И все это на 92 пробива, ребята. Вы представляете? Да он одним по батутам наносит, ну, повреждений 700. Это точно. Огромные повреждения. Просто, а с ульты, я думаю, так там вообще сумасшедшие повреждения влетают. Поэтому, в принципе, так все и сливаются. Вы видели, батуты просто там у всех минус здоровья. Продолжаем смотреть, хватит уже это обсуждать. К
Канибаба, конечно же, тоже летает, там жарит всех потихонечку. Ну, ее повреждение по сравнению с повреждением ЧГ это ни о чем. Запоздал ульта от тени. Смотрите, 100351 крит от ЧГ входит в тень. Это просто сумасшедший какой-то удар с руки. Ну, это понятно, это все под феей, конечно. Выглядит впечатляюще. Руденштерна сейчас, наверное, все-таки сольют, да. Но это уже так, ничего не дает. Конечно же, Хака сливается. И можно здесь на ускоре уже досматривать. Здесь уже пронос, конечно. Довольно-таки долго ковыряют, но все равно заковыривают. Победа. Команда ОП. Ну что тут можно сказать? Лично мое мнение, состав ОП в принципе сильнее. Он рассчитан на то, что довольно-таки тяжело вообще что-то ганкнуть. Ну, два лайна, они просто не ганкаются. Учитывая, что Фикси все время фидится свитками сияния, ЧГ, в принципе, довольно-таки тяжело ганкнуть, особенно тем составом, который берет команда АД. Я не знаю, на что это был расчет. Единственное, кого можно было ганкать, это был Химер. Его, в принципе, и ганкали, но расчет этой команды далеко не только на одну Химеру. Сами понимаете, поэтому вот так вот плачевно это все и выходит. Я бы даже сказал, без каких-то вообще реальных возможностей было вообще это сыграно для команды АД. Вроде бы все правильно делают, но просто тупо состав сильнее. Скоординированность действий намного лучше. Прожатие всех вот этих бафов, дебафов, которые делаются, отлично вообще идут. Ну и невозможность, возможно, что-то и мог бы сделать репортер, да, на силовом душелове, но ему просто выключали эту возможность на корню. В буквальном смысле его корневали. Его корневали, его ультили, его станили, и он просто, вы видели, последние три замеса он даже не мог подойти к врагам. А сила силового душелова, вы же знаете, в весле. Весло, оно работает в ближнем радиусе. Вот такая вот игра. Интересно, посмотрим, что же будет на турнире. Возможно, что-то такие вот тактики будут там разыгрываться. Хотя это зависит от того, успеют ли порезать лес Невал. Потому что они обещают уже давно что-то сделать с лесом. Посмотрим, увидим. Надеюсь, нам это понравится. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну и до встречи в следующий раз. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно комментируйте. Возможно, вы хотите поспорить со мной в каких-то моих умозаключениях. Я не претендую на истину. Возможно, в споре с вами мы как раз-таки и эту истину и найдем. Спасибо за внимание.